общем, приземлились в хостеле. Со звездой. Со звездой Санкт-Петербурга. Мы тут все звезды. Мы приехали в Томск, чтобы завтра победить. Здесь полное шоу. Давайте устроим шоу сейчас. А, блин. Тебя снимает или нет? Да-да-да. Трусак вот. Так трусы тоже можно снять? Нет, трусы видно, как? Конечно. Ты. Ага, не пойди. Да. Ты тебя там была. Трусы показали все. Давай! Мы с ребятами сегодня, не с этими, с другими, обошли сегодня, наверное, пол Томска. Город, ну что такой красивый, парки, аллеи. Да, нет. Город на самом деле понравился, то есть, ну, как-то народ такой вроде приветливый, то есть там это нормально. Девушки красивые. Ну и, в принципе, ладно. Да, девчонок супер, что много симпатичных, клевых, то есть, ну, нам понравилось то, что нет никакого негатива, все так живенько, бодренько. Люди добрые. Народ приятный. Да, кстати. Понравилось. Так мы про вас-то вообще даже ничего не сказали. Вы типа фестиваль проходит. Значит так. Вот, сейчас начнем. Да. У вас реально круто просто. Нам понравилось то, что здесь. Так все уютно, мы вообще не ожидали. По домашнему, вообще спокойно. Не думали об этом, что именно так и будет. Все сделали думали, супер. Будет намного хуже. Думали, да, сейчас. Чтобы когда зашли, вообще были. Зашли, да, и были очень приятно так удивлены. Да, потому что здесь реально так все круто. Как дома. Мы вас уже успели полюбить! У вас просто супер! Мы бы очень хотели сыграть с вами еще раз! Ну и мы думаем, что надеемся приехать еще сюда. Еще приедем и будем, да, здесь.